Это территориальная избирательная комиссия «Центральная». Работа здесь уже кипит. Специалисты проходят тренировки специального программного обеспечения «Мобильный избиратель». Успешно сдавшим экзамен вручается сертификат, подтверждающий компетентность членов избирательной комиссии и готовность к приему заявлений избирателей. Это вот так называемые именно заявления, которые избиратель может получить, предполагая, что 18 марта он не будет находиться на своей территории, а будет находиться где-то в другом районе нашей страны, нашего края. Программное обеспечение полностью помогает ему в этом. И, соответственно, нашим операторам. Плюс к этому у нас в территориальной избирательной комиссии установлены телефоны для прямой связи со всеми территориальными избирательными комиссиями Российской Федерации для уточнения какой-либо информации, которая может потребоваться. Такой порядок был опробован на выборах депутатов ЗСК в прошлом году, и воспользоваться им могли только жители Краснодарского края. На этот же раз исполнить свой гражданский долг может каждый россиянин из любой точки страны. Написать заявление и проголосовать по месту нахождения, а именно в Сочи, можно в 6 пунктах. Расположены они в районных администрациях, а также один в Дагомысе и на железнодорожной станции «Роза-Хутор» для удобства туристов. Наша основная была задача по максимуму приблизить пункты избирателей к нашим избирателям, в том числе избирателям, которые находятся на отдыхе в городе Сочи. Сочинцы точно также могут побеспокоиться, либо здесь подать такое заявление, либо, находясь в конкретном городе, также обратиться в те же территориальные избирательные комиссии, воспользоваться услугами многофункционального центра либо портала госуслуги. Для голосования по месту фактического нахождения заявление можно подать с 31 января по 12 марта. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.